центральной площади города выстроены парадные расчеты. Командует парадом начальник штаба, первый заместитель командующего 5-й краснознаменной общевойсковой армией генерал-майор Сергей Чеботарев. Принимает парад командующий 5-й краснознаменной общевойсковой армией генерал-майор Алексей Солдун. Здравствуйте, товарищи мотострелки! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Отечественной войны, жители и гости города Уссурийска, на центральной площади государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В знаменной группе офицеры Уссурийского гарнизона, которыми командует старший лейтенант Сергей Куракин. Почетного права пронести государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы удостоены старший лейтенант Алексей Леверсов и лейтенант Петр Серяков. В парадном строю проходит коробка военнослужащих, несущих в своих руках штандарты фронтов Великой Отечественной войны, которые являются символами мужества, чести и славы тех воинов, которые сражались под ними, не жалея своих жизней, громя и сокрушая врага, приближая долгожданный миг великой победы. Мимо трибуны в четком строю проходит коробка солдат в форме воинов Красной Армии, сражавшихся на полях сражений Великой Отечественной войны, которые принесли нам на своих плечах долгожданный миг победы. На центральной площади города, чеканя строевой шаг, выдвигается подразделение военнослужащих 70-й отдельной мотострелковой бригады, состоящей из трех взводов, символизирующих три вида вооруженных сил России: сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот. Командует ротой капитан Рафаэль Валиулин. На центральной площади города воспитанники Уссурийского Суворовского военного училища возглавляют парадный расчет начальник училища полковник Анатолий Рыцой. За время существования училища подготовлено более 11 тысяч выпускников, 5 из которых удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России. 26 стали генералами. На центральной площади офицеры управления 5-й краснознаменной общевойсковой армии, которая в этом году отметит свою 73-ю годовщину. Возглавляет парадный расчет полковник Александр Остапенко. Стройными рядами вдоль трибуны проходит Витебская краснознаменная орден Александра Невского бригада управления под командованием полковника Петра Шабаршова. На сегодняшний день бригада является одним из лучших соединений 5-й краснознаменной общевойсковой армии и в округе. На центральной площади города воины-разведчики отдельного радиобатальона. Возглавляет парадный расчет начальник штаба батальона майор Ямалов. За время своего существования военнослужащие батальона внесли огромный вклад в дело обеспечения обороноспособности дальневосточных рубежей нашей Родины.
на центральной площади 59-я ордена Кутузова второй степени, отдельная мотострелковая бригада, которая в этом году отметит 82-ю годовщину со дня своего образования. Возглавляет парадный расчет командир бригады полковник Роман Перников. На центральной площади военнослужащие 60-й отдельной краснознаменной ордена Кутузова третьей степени мотострелковой бригады во главе с командиром бригады генерал-майором Дмитрием Жуковым. Сегодня воины прославленного соединения с честью и достоинством приумножают славные традиции своих предшественников и с гордостью несут службу по охране дальневосточных рубежей Великой России. Чеканя шаг, мимо трибуны проходят воины 70-й отдельной гвардейской, мотострелковой, духовщинской, хинганской, ордена Октябрьской революции, ордена Суворова второй степени, краснознаменной бригады. Возглавляет парадный расчет командир бригады гвардии полковник Алексей Островский. На центральной площади города военнослужащие миротворческого батальона 70-й отдельной мотострелковой бригады. Чести служить в данном подразделении удостоены лучшие военнослужащие из соединений и частей нашей армии, которые продолжают славные традиции воинов-дальневосточников. Стройными рядами вдоль трибуны идут офицеры Гумбининской ордена Красной Звезды артиллерийской бригады. Возглавляет парадный расчет командир бригады полковник Олег Кушнир. Продолжая славные традиции воинов-артиллеристов, бригада неоднократно становилась лучшей среди артиллерийских бригад округа. На центральной площади города 20-я гвардейская берлинская дважды краснознаменная ракетная бригада. Возглавляет парадный расчет командир бригады гвардии полковник Александр Пешков. Сформированная в грозные годы Великой Отечественной войны, бригада прошла славный боевой путь, участвуя в боях за освобождение городов Белгород, Витебск, Каунас, Варшава, Берлин. Стройным парадным расчетом, который возглавляет командир бригады полковник Вадим Шестаков, мимо трибуны проходят воины Шавлинской ордена Кутузова второй степени зенитно-ракетной бригады, которая в этом году отметит свою 72-ю годовщину. Сегодняшнее поколение воинов-зенитчиков с честью и достоинством продолжает славные традиции фронтовиков. На центральной площади нашего города 338-я гвардейская Двинская ордена Александра Невского реактивно-артиллерийская бригада, которая за годы войны прошла славный боевой путь, участвуя в боях по освобождению городов Двинск, Рига, разгроме курлянской группировки противника и японских милитаристов. Возглавляет парадный расчет командир бригады гвардии полковник Александр Пинчук. Чеканя шаг, идут воины 83-й отдельно-десантно-штурмовой бригады. Парадный расчет возглавляет подполковник Олег Шмелев. Сформированная в ноябре 1986 года, сегодня бригада сохраняет высокую боеготовность, а личный состав характеризуется высоким боевым духом. Честь дороже жизни. Таков девиз воинов-десантников. Торжественным маршем мимо трибуны проходят воины 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения. Возглавляет парадный расчет подполковник Андрей Панасюк. Бригада является составной частью сил постоянной готовности и предназначена для материально-технического обеспечения частей и подразделений Восточного военного округа. Завершает военный парад казаки Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска. Парадный расчет возглавляет атаман Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска войсковой старшина Игорь Доценко. Дорога.
Восточному военному округу. Слава! Слава! Вооруженным силам Российской Федерации. Слава! Слава! Ветеранам Великой Отечественной войны. Слава! Слава!